Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Ну что, давно мы не были на турецком завтраке. Настоящий деревенский турецкий настоящий завтрак. Приехали в любимое наше кафе. Мы здесь всегда завтракаем. Ну, как всегда, не каждый день, но раз, не знаю, в полгода сюда точно приезжаем. Просто немного далековато от Анталии находится. Называется такой поселок Чакырлар. И здесь есть кафе такое, называется Четин Мола. Вот оно. Вот здесь очень вкусный завтрак. Мы много раз сюда приезжали. Сейчас переверну камеру, вам покажу. Вот, смотрите, Четин Мола, очень красиво. Кстати, это район Куни-Алты называется. Здесь вот дорога и такое вот кафе. Иди смотри, барашки здесь. Такие вот барашки. Барашка тут. Вот. Вот они, вон они. Ну и такое здесь все чисто в деревенском. Яйца нету здесь, гамаки есть. И все такое вот прям деревенское. Нас тут уже знают, мы сюда всегда приезжаем. Так вот тут красиво. Детская площадка есть небольшая, но самый классный домик это наверху, но там надо сидеть на полу. Мы сегодня не одни с друзьями, им, конечно, не очень удобно на полу сидеть, поэтому мы будем... А что вы там сели? Мы там не влезем. Мы уже влезли. А мы? Вот большой стол. А Керем куда сядет? Такая вот тут детская площадка есть. Керем уже пошел играть. Иди в домик, поиграй. Пока нам завтрак готовят. Мама, заказали на четверых, кстати, что завтрак. Покатаемся. На горке? Да. На горке. Костюмчик маленький стал. Маленький вот такой. Да, да. Я покатаюсь. С Настей прокатишься с горки? Да. Давай. Да она в домик хочет. Давай в домике сначала. Поиграйте. Если нам чайник такой. Так, подожди. С таким этим. Ну хорошо. Мне просто интересен сам процесс. А потом сейчас нам тяжело. Нам уже так быстро, кстати, приготовили же эти лепешки. Пожарили. Готовы? А мы до утра. Мы же до вечера. Это же завтрак турецкий. Вы же как-то завтракать сможете? О, колготка. Торопиться некуда, господи. Конечно. Вот это самые вкусные лепешки с сыром. А вам яичница. Это моя любимая. Мне надо вот это вам. Это здорово. Вот это. Пиде. Сутишь? Яичница, это здорово. Это опять что-то острое, а где еще одна пиде? Еще пиде? Куда тебе еще? Считает, проверяет. Все ли на месте? Все на месте? Миша, скажи, нам слева. А вот. Колбаса. Подносит. Что-то так расстроено, посмотри. Это на сколько? Раз, два, три, четыре. На двоих будет меньше. Так, Миша, вот эту штуковину подвинет. Ну, не намного. Намного. Так. Давайте мы поможем чуть-чуть. Бог помощь называется. Серединку сюда. Так, яичницу в сторону. Давайте ее посередине поставим. Я был в Азербайджане, там все скромнее. Там чайхана, заходит чай, сыр и хлеб, и масло. Все. Вот и весь завтрак. А в Турции вот такой вот завтрак. Да, вкусно. Я так думаю, что в Турции все безработные. Кстати, вот я работал в институте метеорологии, вторая линия Васильского острова. И вот туда меня закинули. Мне было 20 лет тогда. А там эти военные события были, помнишь? Так, это похоже. Да, армяне с Азербайджаном. Леночка, что тебе поставить? Заезжаю. А никто не хотел. Леночка, ставь ты куда-нибудь. Меня молодого туда закинули, потому что никто их не хотел. Понимаешь, все боялись. Башка, башка. Башка. Каймак, каймак. Будемо? Тащиклер. Ленчик будет сейчас кушать. Туда все. Кирилл, давай ты сюда поближе подвинешься. О, вот слышишь, вот это любитель колбасы. Вот такой каймак, вот, по-моему. Слушай, ну это острое что-то. Это что, орехи? Это сыр. Огурчики, помидорчики. Что это? А, нам нужны тарелочки сейчас. Это сыр? Да, это такой сыр. А что с ним? Что с ним? Ну, он с таким этим. Мерси. Он с кем? С каким-то с травками, с перчиком там и все такое. Да. Ой-ой. Вкусненько. Не так, знаю. Да. Задохнуться можно точно. Слушайте, проверим. Аджик только мягко. Потихоньку все едим. Все необычно и вкусно, да, Лена? Ну, интересно просто.
Поставь. Дай-ка маринованный лучок попробовать. Он случайно не такой, как я делаю. Так, сейчас проверим. Но дело в том, что у Лены вообще кухня необычная. Она кухня всех народов мира готовит. А турецкую? У нее нету традиции. Ну, сейчас начнем что-то играть. Сейчас начнем. Она грузинскую очень хорошо готовит. Я же тебе говорю, что... Будем пробовать сегодня, да? Обязательно. Я когда была в Тбилиси, приготовила им, ну, думаю, что-то надо отварное приготовить. И говорю, сделаю хачапури по-аджарски. После завтрака у нас качельки такие. Да, качельки. Качаем, да. Демир у нас в школе. Да, хорошо, мы пообедали. Позавтракали, вкусно, да? Да, очень вкусно. Понравилось. Сегодня четверг, поэтому здесь народу никого практически нету, все пусто. По выходным здесь, наоборот, очень много людей и места практически нет здесь. Поэтому... Ты что, смеешься там? Привет. Привет, помаши ручкой. Привет, привет, скажи. Привет, мои шлячки. Вот у вас развлечение-то, да? Все. Кафе ты. Кафе мы. Ложись, Настя. Ложись. А поцелуй Керемчика, поцелуй. Керема, сюда. Сюда. Смотри. Поцелуй Керема. Давай, к Насте иди. Поцелуй Керема, сюда. Обнимайся. Стеснюсечка моя, стеснюсечка. Решили прогуляться немножечко рядом здесь с кафе. Ну, тут, в принципе, все кафе на кафе просто. Рядом все есть. Кстати, завтрак у нас вышел на человека 90 лир. 4 завтрака мы брали, это было на четверых 360 лир. Если говорить, что это в рублях где-то примерно 1500 рублей на всех. Вот. Ну, обычная деревушка. Такое. Ничего особенного. Колоритно, скажем так. Да, и вот это вот кафе. Кстати, сюда ездят автобусы, можно на автобусе доехать. Но вот какой номер, к сожалению, не знаю. А так реально здесь автобусные остановки я видела есть. Вот эти домики сами наверху. Зимой, кстати, здесь печка топится наверху, прям тепло. Можно зимой сюда приезжать, мы как-то приезжали, холодно было, мы внутри сидели. А летом здесь вентиляторы есть везде. Сейчас не включали, но, тем не менее, можно попросить, чтобы включили. Сейчас не настолько жарко, хотя уже, конечно, июнь, жара. Здесь, когда по дороге едете, с правой стороны, с левой стороны, везде очень много кафе. И в основном здесь завтраки, именно завтраки. То есть тут вот... Причем, кстати, если понятие вот завтрак, вы думаете, что это там... Надо в 7 утра приехать сюда. Нет, такого нет. Сюда можно спокойно приехать там и в 12 часов дня, и в обед можно приехать, и здесь будет завтрак. То есть такой поздний завтрак. Ну вот, можно, да, позавтракать тут. Насте тут очень понравились. Разные вот эти гамаки. Качельки такие у нас тут, да? Спать тебя тут укладывать хорошо, да? Покормить и спать тебя, да, улыбаешка моя? Курочки здесь, петушки, а там вдалеке такие горы красивые. Видно. Очень красиво. Да? Нас уже убрали со стола. Сейчас мы собираемся и едем дальше. Мам, как тебе завтрак-то? Мне, если честно, уходить оттуда не хочется. Очень здесь, спокойно, да? Здесь так спокойно. И
ты сказала, что кто у тебя в кадр попадает? Это мои друзья, наши друзья приехали, приехали в гости. Мы их решили это вести на завтрак на турецкий. Они, конечно, в полном шоке и в восторге от количества еды и от той красоты, которая нас тут окружает. Но мне показалось, что в этот раз в тарелочках было меньше сладких всяких вареньев. Вот. Ну, это может просто, быть, да, как будто просто... варенье. Но все равно все очень вкусно. Прям нет, вот все потрясающе. Вкусно вообще, безусловно. Кальмак очень свежий, вкусный. Лепешки тут самые такие прям. Гюзлеме были вообще на высоте. Это базлама мне очень понравилось. Ну, я не люблю тут местные эти сосиски-сардельки. Ну, я даже не пробовала, да, тоже. Я одну съела, попробовала. Сыр разный, вкусный. Ну, сыры очень вкусные. Особенно вот этот с орешками. Такой, я люблю. Остро выраженный вкус. Ну и так тут очень прям замечательно. Или мы только про еду. Картошка, кстати, вкусно была. Картошка даже вкусно вот была. Да. Причем так быстро это все принесли вообще. Мы буквально сели, через 5 минут нам уже полностью накрыли стол. Ну, сегодня здесь никого нет, потому что рабочий день. Конечно, в субботу и воскресенье здесь, наверное, будет очень людно. Да? Ну, и вот фонтанчик сегодня почему-то не работает. Ну, тоже, наверное, нет для кого его включать. Когда фонтанчик работает, и здесь жарко, и включены вентиляторы, тут по всей территории вентиляторы, вот прям дует вот этот вот. Свеженький такой все. Да, мокренький воздух. Классно. Еще мне нравится, что здесь есть детская площадка, где дети могут. Еще мне нравится сюда в будни приезжать, именно потому, что здесь никого нет. Здесь вообще просто замечательно. Да, мы давно хотели сюда ехать. Да, вот наконец случилось, что приехали друзья. Есть повод приехать сюда. Да. Потому что, ну, не так это близко от нашего дома. Ну, где-то полчаса ехать, да. Ох, Настя там тарелку уже кидает. Настя у нас буянит. Да, Настя? Будем сидеть до вечера. На море мы зажаримся, да? На море мы успеем зажариться. Закончился завтрак. Вот сидим и все никак не можем встать и уйти отсюда. Мы хорошие. Прижалась. Скажи, тут такая большая и уютная, что очень даже и неплохо. Керем у нас ушел куда-то, скачусь. Недалеко с вообще. С мужем отвалил. С мужем. Да, куда-то ушел. А мы сидим. Сидим. Хорошие. Чаю напились. Хорошо тут. Немножко, немножко свежо. Ветер так чуть-чуть дует. Так вообще красота. Короче, граждане России все отъезжают в Турцию. Нечего там делать. Там сейчас холодно. Да? Дела. Все, куда? поползла. Ну, мы едем дальше. Увидимся с вами в следующем видео. Не забывайте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.